ничего не предлагало, поэтому заявки на рабочей группе не было по данному вопросу. Да, комитет, а можно выступить? Можно предложение выступить? У нас есть вопросы, мы хотим обсудить вопросы. Вопросы у нас. Мы хотим обсудить, можно нам обсудить? Вы глухие, что ли? В медицину надо обратиться, вас глух со слухом. Послушайте, на каком основании на вас вы чего так советуете? Следующий вопрос. Нарушение регламента. Вы имеете право выступить, а? Юридическая служба. Вы имеете право выступить. Думаю, а не да. Вы выступите, вопрос задать мы можем? Александр Ильич, пожалуйста. Вы выступите, вопрос задать. Хорошо. У меня по первому вопросу. По поводу по вашему проекту. Я сам определюсь, почему мне выступать, да? Пять и, во-первых, у нас. Я чем занимаюсь? А я чем занимаюсь? Вы глухие! Вы слово выслушали. Мало того, тогда поздно и вам обращаться. На вашей совести, на комитете, здесь будет мегафон, вы ничего орать не сможете, поверьте. Будет, и вы на вашей совести это будет. И точно так же нарушение регламента, в соответствии с которой юридическая служба. Я хотел сначала задать вопрос юридической службе. Мы имеем право по вопросам выступать. Александр Юрьевич. Мало того, по второму вопросу и по первому я выступаю. Как ты сказал? Я выступаю. По своему постановлению. Вы глухие, что ли? Купите! А вы все равно не слышите, бесполезно, ладно. Поэтому на пальцах я не умею объяснять. Поэтому у меня вопрос к юридической службе. По первому вопросу я имею право еще выступать. Не собирается выступать. Что за вопрос? Не забывайте право. Не забывайте Вы не дали выступить по регламенту, где вы нам решаете нас правополномочия. Мегафоны будете проводить сами. Второй вопрос повестки дня вообще не рассматривался. Что такое? Я не понимаю, в чем вопрос. Алексей Васильевич, вы что бежите отсюда? Есть претензии. Протест прокурора не рассмотрен, не был. Юридический суд. Я сейчас обязательно сделаю запрос в протокол. И только вот если там хоть одного слова не будет в этом протоколе, я предупреждаю, протокол мне нужен в полном объеме. Кто выступал? Как выступал? Договорились? Я как депутат, я сейчас обязательно вопрос по протоколу. Меня сейчас толкнули с лестницей. Хорошо, я все это записал. У меня Никакой не Совет Федерации. Это будет скандал федеральный, как ты с кулаками кидаешь на оппозицию в доме. Толкаешь с лестницы, что такое? А потом телефон, пытался у меня выдать. Телефон. И серьезно, что, вот монтаж у него. И что, вы мне подключили? Серьезно? Вы выйдете, не переживайте, да. Вы выйдете, у вас хорошо получается, выходите. Я пытался вам помочь. Вы пытались мне помочь? Телефон у меня отбирай, вы пытались мне помочь. А? Я вам не могу. Чуть руку вы протянули. Да, вот это да, вот это я понимаю. Работа думы. Оль Владимир, подождите, я с вами поеду. Вы с тобой не можете поехать.